Здравствуйте из Америки. Как директор школы в Ньюкоме, я был очень рад встретить наших гостей из России. В наш век телевидения и кинематографии очень легко создать ошибочное впечатление о группе людей. Перед приездом делегации из России я ожидал встретить серьезных, деловитых людей, но к моему приятному удивлению встретил людей с огромным энтузиазмом и прекрасным чувством юмора. Я очень рад, что у нас есть возможность обменяться записью этого фильма. Я также надеюсь, что этот фильм послужит первым шагом к созданию длительных и хороших отношений между нашими школами. Я также надеюсь, что когда-то учащиеся вашей школы могут приехать к нам в Ньюком и учащиеся нашей школы поехать к вам в Россию и навестить вас, ваши школы. Наша школа – самая маленькая школа в штате Нью-Йорк. Мы расположены примерно 4,5 часа на север от города Нью-Йорка и 1,5 часа южнее канадской границы. Мы расположены в самой середине Adirondack Mountains. Мы надеемся встретить вас скоро. До свидания. Здравствуйте! Здравствуйте! Hi everyone, I'm Promi. I'm in exchange program in Newcomb Central School and I'm from Bangladesh, and I know one Russian, his name is Konstantin, and he taught me one Russian word, that is Dom Sladgi Dom, that means home sweet home. Bye. Hello, I'm an exchange student from Israel. My name is Rawan. I'm enjoying it here, and I know all the Russians that visited Newcomb Central School, we really enjoyed them, and спасибо. Здравствуйте, меня зовут Дина Бурнет, я преподаю детский садик и пришколу, я учу 15 лет. В моем классе детки учатся читать, они учат распознавать алфавит, а также они учатся писать, самые легкие слова. Вот, мы работаем с календарем, учим цифры, математику, простую математику. Дети могут считать от 1 до 10. Вот. Также мы изучаем, проходим самые простые книги, пытаемся читать, пересказывать. Вот. Дети изучают цвета и social skills. Under the sea. Okay. Under the money? Yeah. Okay. Alright. Well, let me think a little bit about it. Здравствуйте, учителя и учащиеся вашей школы. Мы очень рады, что у нас есть возможность поделиться с вами разными различными мероприятиями, которые у нас в школе проходят, и различными классами. Меня зовут Жанна Ивановна, я преподаю музыку, уроки музыки. Значит, у меня есть классы, начиная с детского садика по 12 класс, учащиеся, которые приходят на уроки музыки. Уроки музыки проходят
в другом классе. Вот, и, значит, у нас есть с детского сада учащиеся по 8 класс, которые приходят в, называется, General Music Classes. Вот, и с 4 класса по 12 они начинают играть на различных инструментах. Инструменты, которые мы преподаем, у нас есть трампет, у нас есть тромбон, у нас есть ударные инструменты, саксофоны, значит, гитара, уроки игры на гитаре и на электрической гитаре. Также вот. Также у нас есть ансамбль, называется «Ручные колокола», и вот вы здесь можете посмотреть. Также на видео, которое к вам придет в вашу школу, я думаю, что есть записана какая-то часть концерта, зимнего концерта, вот вы, наверное, тоже слышали исполнение хэндбелла ансамбля. Также у нас есть хор, который посещают учащиеся с 7 по 12 класс, вот, и есть джаз-бенд, тоже для студентов 7 по 12 класс. Также есть ансамбль для студентов с младших классов. Вот. Вот. Ну, спасибо большое. Спасибо за Деда Мороза, он в надежных руках. Здравствуйте, я Эдла Корс, я преподаю математику на уровне университета. Студенты с других школ могут меня видеть через экран компьютера, также я их могу видеть и слышать. Они получают кредит за количество часов, которые они проводят в этом классе. Вот. Некоторые студенты находятся примерно 100 миль от нашей школы. Это дистанционный класс математики. Здравствуйте, меня зовут Кэтрин Ларкин, я учитель истории в Newcomb Central School. Я преподаю учащимся с 7 по 12 класс. В 7-8 классе мы изучаем историю Соединенных Штатов Америки. В 9-10 классе мы изучаем историю мира. И в 11-12 классе мы изучаем политику и экономику.
Мы надеемся вас увидеть скоро.